Крутой, да? Рассказать не взял. Ого. Ну смотри, заходишь на quest.money, тут тебе и обменник, и торговая площадка. Выбрал, нажал, получил. Удачи, братан. Здорово, братва. Всем привет. С вами, как всегда, я, Леха, мой ник Энтородун, и вы находитесь на канале Hardplay. Друзья мои, как и планировали еще до Нового года, новая рубрика на канале, ребята, один на один с киберспортсменом. Играем, ребята, в этот раз с Айваном из команды Просто. Получилось ли у меня выиграть хоть пару раундов или вообще грандиозный посос? Все увидите, ребята, в этом ролике. Добро пожаловать на эту рубрику, ребят, я очень рад, что она получилась. Не забывайте то, что уже в эту субботу у нас уже был Зевс из Нави, у нас уже был Айван из команды Просто. Кто же будет в эту субботу, увидишь в моем инстаграме, ссылочка внизу в описании, оставлю обязательно спойлер. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал и поехали. Ну давай один на один. Ну давай поиграем, я не против, в принципе. А так, имечку? Да, давай имечку обычно. Все, вот сейчас будет профессионализм. Чекайте. Тебя не могу чекнуть, где ты. По одному, да, ты стреляешь? Не, я только что перстами по три стреляю. Вот, а это по одному, правильно? Угу. Да, я в основном сейчас по одному стараюсь. Ай-яй-яй. Сейчас зажим, да, тоже? Ну такой, не по одному точно. Точно. Ай-яй-яй-яй. Все, да? Как это? Все, да? Да ты мне поддаешься. Там напишут, что... Ясно, хард. Поддавались просто. Ну, там чердак через ящик. Да. Я, по-моему, в голову попал только. Не видел, точно или нет, но... Да ёпта, не дожал, Вася! 15! Странно, что меня ставят постоянно у одного и того же ящика. На концентрацию какую-то, как будто концентрацию. Это уже такая. На самом деле тоже правильно. То есть надо. Ай-яй-яй. Не, ну в этот раз получше. Да что ж такое? Алло! Да че? Прикинь, попасть не могу. Ну, а имочка тяжелая. Да. Им попасть вообще не могу. Просто тупо зажимаю и не могу за этот прожать. Я могу потом секретик рассказать. Ай-яй-яй-яй. Только для твоих зрителей, тебя. Окей. Это было бы круто. Так, ну что, 11-4? Нормально пойдет. Я хз, что со мной. Просто тупо не могу вообще ничего сделать.
больше тренироваться, что еще могу сказать. Понятно. Просто, блядь, не могу, прикинь, вот просто прямо точно в голову сшибаешь и не могу вообще убить. 13-6, ну неплохо. Пойдет. Прогресс, нет. Угу. Во! Наконец-то залетело. Пора поднажать. Да если бы, бро. Не могу. Так что, можем остаться? 16-7, да. Давай за одну сторону, да? Мы... Да, да, можно остаться, короче. Ну, я не знаю, можно этот, в принципе, результат сделать? Можно... Как правильно-то играют вообще? Играют же за... 16-7. Ну и с вами, как всегда, был я, Леха. Мой ник Антар Вадун. И ты, братан, находился на канале Hardplay. Пока-пока. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.